Привет, зрители и подписчики канала «Домашняя качалка». Очередной выпуск хочу почитать, это уже третий. И сегодня я расскажу вам о своих журналах, которые у меня сохранились, которые я смог сохранить по сегодняшний день. Почему я так говорю? Потому что раньше не было у нас ни принтеров, не было у нас ни компьютеров, не было возможности печатать какие-то красивые плакатики. И все приходилось делать вот так. Брали какой-то журнал с понравившейся фотографией. Вот это как раз от этого журнала. Вырывали эту фотографию, приклеивали ее на какую-нибудь фанерку и в спортзале на стены приделывали. Вот такие у нас были плакатики. Это сейчас можно с легкостью распечатать нужную вам фотографию, как я иногда и делаю, и повешать на стенку. А раньше этого не было, и поэтому очень много журналов вот так вот у нас уходило, так скажем, в никуда. Здесь я хочу вам рассказать, показать свои журналы. Это подшивка 5 журналов за 2001 год. Это Masculine Fitness. Джо Вейдеровская версия, но русская. Русская редакция печатала. Эти журналы купленные. Это журналы покупались с просрочкой, то есть журнал, допустим, 2-3 года ему. И есть у нас такой магазин протеинов, который продает эти журналы. Но не думайте, что он их продает за 3 копейки. Он их продает, допустим, если свежий номер стоит 150 рублей, то номер, которому 5 лет, они продают по 100 рублей. Вот такой бизнес интересный. То есть где-то, допустим, журналы, которые просроченные там на несколько месяцев, их уже выкидывают. Они, по всей видимости, эти журналы собирают, им присылают их в виде макулатуры за 3 копейки, они их продают. Вот такой бизнес. Ну, для тех, кто не может купить новый, а информация, если в журнале достойная, то можно купить. Это, например, журнал Iron Man, как раз фирма российского производителя Iron Man, которую я, честно скажу, в свое время пробовал, но качество у них хорошее, я ничего говорить не буду. Вещи у них очень качественные. Но не доводилось мне пока делать на них обзор на эти вещи и на эту продукцию в сегодняшние дни. Поэтому вот так. Это уже «Сила и красота» журнал. Это у меня именно «Сила и красота» единственный такой журнал. Номер. Как бы, это 94-й год, представляете? Это я только-только начал заниматься, и вот этот журнальчик у меня был здесь. Реклама шортиков. Арнольд Шварценеггер. Здесь тренировка, как руки качать. Лу Фериньо. Но самое главное, мне статья нравится. Сейчас я вам ее покажу. Вот она, классика. Это Флекс Уиллер. Тренировка спины. Журнальчик уже заезженный. Вот видите, здесь статья Майка Матарацци, как накачивать мышцы, массу растить. Ну вот такой вот тоже интересный журнал у меня сохранился. Это русское издание Мускул Девелопмент какой-то, я уже не вычту их. Ну, в общем, здесь такой уже более попсовый журнал. Здесь про все подряд. И про фитнес, и про легкую атлетику, и про все в этом журнале печатались. Также у меня есть старый номер Флекса. Здесь еще реклама книжки «Супертренинг». Автор Майк Менсер. Ну и здесь самая вот интересная статья в этой книжке. Раньше, помните, кто держал такие журналы, вот такие вот карикатурки были. Мне очень нравилось их разглядывать. В общем, самая лучшая статья — это Трис Кормье, «Руки как тренирует». Но я не про нее хочу вам сказать. Самое, что мне нравится в этой статье, в этом журнале, это вот эта вот статья «Здоровые трапеции» от Майка Франкоса. Майк Франкос, как вы помните, это человек, который участвовал на Олимпии.
побеждал какие-то профессиональные турниры, потом у него была болезнь, ему пришлось завязать с тренировками, но он выжил, но тем не менее сейчас он уже не тренируется. Ну и здесь у меня два номера, это свеженькие журнальчики, это я вот как раз просрочку и покупал в магазине протеинов. Вот именно вот на сдачу давали мне что-то 100 рублей, что ли они стоят, просроченные журналы эти. Вот такие вот журналы. Здесь Виктор Симкин. Здесь я надеюсь, что это Александр Федоров, хотя навряд ли. Такая брутальная фотография. А здесь какой-то америкос. Я америкосов не знаю. Тоже какой-то, наверное, мэнс-физик. Вот такие вот, ребята, у меня журналы из старых, которые сохранились. Есть у меня еще журнальчики по силовым тренировкам, но о них я расскажу в следующем выпуске. И, ребята, спрашивали вы у меня, обзор был у меня часов, которые я в воде замораживал, потом вытаскивал, работают ли они у меня. Вот они у меня работают. Белые часы, которые у меня под Casio, я их подарил товарищу. Они почему подарил? Потому что вещи носишь, когда они были белые, и они уже, так скажем, закоцались, то есть они уже грязными стали. Я думаю, что вам не сильно приятно будет, если я где-то буду записывать видео, и вы увидите у меня эти грязные, засаленные часы, поэтому выбросить было жалко. Ну, подарил товарищу. Ну, хочет, пусть выбросит, хочет, пусть новые купит. А эти часы, вот они идут, это одни из тех, которые я держал всю ночь во льду, а потом размораживали. Помните, когда у меня стакан лопнул? Это видео можете найти у меня на канале. А на эти часы я дам ссылку для тех, кто спрашивал. Они очень удобные. Здесь можно выставлять, сколько минут, допустим, ты хочешь бегать кардио. Допустим, на 10 минут секундомер, таймер поставил на 10 минуточек. И бегаешь. Потом раз, они у тебя пиликнут. Очень удобные часы для тренировок. И они сами по себе... И ремешок из силикона, а здесь такая пластмасса, здесь тоже какая-то силикон, наверное. Ну, то есть они практически неубиваемы, если только стекло разбить. Также очень легко, я уже менял батарейку, очень легко меняется батарейка. Здесь 4 болтика, откручиваешь, ничего не надо нигде поддевать, никаким ножичком. Крышечка снимается, ставишь батареечку и вперед. В общем, на эти часы я ссылку под этим видео сделаю для тех, кто спрашивал у меня. Ну а на сегодня, ребята, все. Я желаю вам, читайте правильную литературу, употребляйте правильное спортивное питание. А мы с вами увидимся на канале «Домашняя качалка». Всем пока!